Мы патриоты своей страны, так говорят те, кто сегодня принимает активное участие в борьбе с паводками. Жители нашего города и области, других регионов объединяются, чтобы не дать большой воде еще больше затопить жилые районы и дачные массивы. К процессу подключаются абсолютно все. Здесь, на территории промзоны в поселке Зачаганск, сотни волонтеров готовят мешки с песком, чтобы ими укрепляли опасные участки. Работающих, как говорится, от зари до зари обеспечивают всем необходимым. Им также привозят горячее питание и воду. Среди тех, кто протянул руку помощи, сотня военнослужащих из воинской части 5547 Кызылординской области, сотрудники учебных заведений города и другие. Мы из 12-й школы. Школа наша находится на селекционной. Здесь принимаем активное участие в паводках ситуации, потому что наша область ожидает большая вода. Мы здесь работаем. Сегодня мы работали с 8 часов. До 2 еще работа продолжается. В вечернее время работаем. И вчера работали тоже с 2 до 8 часов. Ну, вносим свою лепту, вот, как патриоты своей страны, чтобы область обошла такая большая серьезная проблема, как вода. Работа идет слаженно. Неравнодушные к сложившейся проблеме люди лихо закидывают песок. Несколько движений лопатами, и мешок готов. В результате образуется целая гора. Все это пойдет на укрепление береговых линий, чтобы вода не выходила за пределы. В знак благодарности людей здесь кормят. Первое, второе, салаты, все как положено. Процесс этот нелегкий, поэтому важно подкрепляться, чтобы были силы для работы. На этот раз заботу проявили представители Татарского культурного центра. Приехали со всех регионов Казахстана. Спасибо большое. Все помогают дружно. Братья наши Казахстана. Рахмет. Мы своими силами хотим их тоже накормить, напоить, чтобы никто не остался в стороне. Всем внимание уделить. Люди говорят, это общая беда. Своими действиями и поступками они демонстрируют высокий уровень человечности и понимают, что спасатели и сотрудники силовых структур просто физически не успеют укрепить все необходимые места. Поэтому проявляют настоящую самоотверженность в борьбе с паводками. Олег Великий, Рустем Ищанов, Алихан Исказиев, Акжай Акпарат.